Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас я хочу вам показать на узор цветные пятнышки. Выполнен узор из пряжи, который нам предоставил предельно ниточный комбинат имени Кирова. Пряжа называется «Нарцисс». Для вязания использовано 4 цвета. 3 отделки, 1 основной. Основной цвет может быть любой, но вы видите, что чем более контрастные цвета, тем интереснее смотрится. Вяжется пряжа легко, выполняется узор с накидами без проблем на любой вязальной машинке. Принцип вязания на всех машинах одинаков. Узор выполняется на вязальной машинке Silverite 840. Итак, у меня 4 цвета. Рабочий цвет либо темно-синий, либо серый, либо другой контрастный к отделке. Отделочных цветов может быть любое количество. Размеры цветовых вот этих наших пятнышек тоже могут быть абсолютно любыми. И перемычки зависят от того, насколько широкими вы хотите их видеть. Итак, у меня 6 игл работают, 2 иглы в переднем положении. На машинах с нитеводом ставим рычаги частичного вязания в рабочее положение, для того, чтобы машинка не забирала иглы из переднего положения в работу. И провязываем отделочным цветом 4 ряда. Если провязывать больше, размер нашего пятнышка будет больше, но велика вероятность того, что машина просто сбросит петли или начнет не провязывать петли, потому что количество накидов в этих машинках ограничено. Дальше мы либо двигаем иглы руками, среднее рабочее положение, либо выключаем рычаги частичного вязания. Смотрите, если вы забудете их включить для провязывания следующего узора, следующего ряда отделки, то вам придется руками подправлять узор. Итак, я меняю нитку на основную и провязываю 2 ряда на всех-всех иголках. После чего начинаем вывязывать, меняем цвет отделки и начинаем вывязывать следующий ряд пятнышек. Пятнышки могут идти в шахматном порядке, могут идти с небольшим сдвигом, могут идти один над другим. Все зависит от того, как вы хотите видеть ваши пятнышки. Ваш узор я ставлю в шахматном порядке. Можно сделать метки на машине, а в принципе и так видно, где у нас шел предыдущий узор. Меняем цвет на следующий, у меня идет малиновый. И провязываем 4 ряда. Если вы выключали рычаги частичного вязания, включайте его заново. Вот видите, если получается вот такой непровяз, сбор рисунка, раз, два, три, то просто то берем и вставляем декер в петлю основного цвета и вставляем иглу вперед. Все, мы подправили узор. 4 ряда. Далее все иглы в среднее рабочее положение. Меняем нить на цвет рабочий и провязываем 2 ряда рабочим на всех иглах. Таким образом выполняется, еще раз скажу, любое количество узоров, любое количество цветов. И размер наших пятнышек может быть тоже абсолютно любым. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.